Расскажи нам немножко о себе. Вот где ты учился, где ты получал музыкальное образование? Музыкальное, ну и общеобразовательное образование получал в школе 10 лет имени Гнесина. Где учился с 76 года по 88 годов и 11 лет. Потом я учился в институте имени Гнесина сразу после 10 лет. Надо сказать, что ты учился на специальный скрипке, правильно? Вот, общее фортепиано было только твое увлечение, не более, правильно? Ты не учился? Ну, общее фортепиано — это предмет, который обязательно для изучения. Ну, я имею в виду, что ты нигде не занимался больше фортепиано, кроме как на общем фортепиано. Нет. Не было частных учителей, не было ничего, да? Нет. А нельзя все-таки, чтобы никого здесь не было? Ну, хуя... А почему?